Короче, он решил заняться греблей. Сказал, ну его нахер, эти качки. И решил разогреться чуть-чуть. Так правильно делать? Да. Вот молодежь пока. Да. Короче, грибной тренажер, концепт 2. Все грибцы вот на нем всю зиму. Я уже ветеран. Ветеран, да. А все грибцы на нем всю зиму тренируются, потому что тут у нас лед стоит везде и ничего нельзя делать. Идеальная техника академической гребли. Ветеран. Да. Оператор. Да сейчас мы трансформацию сделаем. То, что одежда может прятать в человеке. С виду он может казаться парнем простым, а на самом деле он огромен. Скрытая сила. Да. Чемпион Крыма в суперлегком весе Айдар Абсеметов. 1,76 м, вес 68 кг. Давай. Вид с правой стороны. Я думаю, можем пройтись уже взад. Ах, я ударился на гонке, страшно. Могучая спина. Идем слева. Вид с левой стороны. Пойдемте-ка пройдемся к переду. Да, у меня же рука болит. А! Посмотрите на его прыщ. Вся сила в нем. Если он пропадет, то все, силы иссякнут. Смотрит в зеркало, поворачивается ко мне. И на этом, мои маленькие любители экстремизма, мы с вами вынуждены попрощаться. Вот это мощь! Ярость. Давай! Еще быстрее! Давай! Продолжение нашей тренировки. Идем прыгать. Так ключаш нет, как будто. А, или там. Сейчас мы перелезем. Перелезем? Озеро вообще супер. Тогда можно было на воде хоть походить. Тогда. Ну, все замерзло, земля. Температура, вода нормальная. Вода нормальная вообще. А, нет, а вот лед. Вот тут, да, блин, камень. Под берегом. Под берегом. Замерзло. Если можно было шапку не одевать. Тогда я тоже одел. Ну что, сюда пускай.
Погода нормальная сегодня. Я говорю, камень сейчас проедем. Что-нибудь. А что, не найди, найди камень где-нибудь. А вон сейчас он. Да возьми любой, что ты, куда ты пошел? Ты что, камень? Вот камень. Камень. Хороший. Хера себе, вот мой камень. Камень, давай. Вот баран, а ничего не пробили. Не пробили мы лед. Понимаю, да, идет? Под берегом все замерзло, так нормально. Только на берегу замерзло, если там течение из-за этого, наверное. Ну что, ветра нету. Так, а мы будем прыгать сегодня. Да. Давай, Инвер, начинай в длину. Сейчас сначала будем в длину прыгать, потом будем прыгать в высоту. Все, да? Да. А сколько раз ты прыгнул? 10. О, нормально. Два терпи. Я что, с телефоном буду прыгать? Бля, разрешаю, отмечу. За 10 раз, смотрите, это приблизительно около 25 метров. Или нет? Не, не. Сколько метров приблизительно? Я серьезно посчитать. Ну, если ты метр с чем-то по-любому прыгаешь, полтора метра. Ну, вы что, довольно пополам считай. Кого пополам? Ну считай, если... На. Сколько метров тут получается? О, шигни... А, может, видно. Ну, тут офигня, наверное, где-то метр есть, да? Да. А ты откуда прыгал? Вот отсюда? Ну, вроде да. Там еще ноги качали, блядь. Тогда вообще... Пошел. Там, видишь, я там камыши поставил. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, короче, порвал он меня, пиздец. На один метр больше. Короче, все. Я расстроился и заканчиваю съемку. Давай, заканчивай.